улица Успенская, одна из окраинных в Старой Самаре. Когда-то эта окраина находилась почти в самом центре, но потом центр ушел дальше, к северу, а Успенская осталась там же, где она всегда и была, со своими каменными домами и светлыми квартирами, и зеркальными шкафами, и поющими птицами. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».